Архангелы – это важные духовные сущности в христианской, иудейской и исламской традициях. Они часто рассматриваются как ангелы высшего ранга, имеющие особое отношение к Богу и выполняющие важные задачи посредников между небом и землей. В христианстве архангелы часто связываются с особыми посланиями или миссиями, а также с защитой и поддержкой верующих. Хотя в Библии упоминается не так много имен архангелов. В христианской традиции часто называют семь архангелов. Эти семь архангелов, хотя и не упоминаются явно в Библии, широко приняты в христианской иконографии и культуре. Вот их обычные имена. Архангел Михаил. Архангел Гавриил. Архангел Рафаил. Архангел Уриил. Архангел Сарафил. Архангел Иегудил. Архангел Барахиил. В иудейской традиции упоминается только трое архангелов по имени – Михаил, Гавриил и Рафаил. В исламе тоже упоминаются архангелы, но их количество и имена могут немного отличаться от тех, что приняты в христианстве и иудаизме. –